Да, странно. 4, 3, 2, 1, lock and load. Какой-то новый чит, что ли, или что за хуйня, блин? Почему они банятся? Почему меня подлагивает? Почему я нормально не прыгаю, блядь? Что за хуйня, трип? Что за хуйня, блядь? Что за прикол? Проверь, кто из меня нормально слышит. Что за хуйня? Ну это чувак, блядь, на имя и на хуйне всяко разное, блядь. И почему я... Видели, что происходит? Я не могу нормально двигаться, блядь. Хуйня какая-то. Ну, блядь, вот она вся суть, блядь, нахуй. Ну, Нулкоре такого не было. Не было такого, ну, Нулкоре. Может, его обновили, я хуй знает. Я могу логин и пароль дать, зайдите, посмотрите, блядь, мне похуй, типа. Я не, ну, типа, я уверен, что такого не было. Ну, это 1000%. Ну, блядь, говорили же, что есть АМВР. АМВР дорогой вроде чит, вот эта хуйня, блядь. Ну, это какой-то нуб, который не двигается, он просто ходит. Вопрос в другом, трип. Хм. Если какой-то чел тестит чит на Half-Life, значит, кто-то играет с читами в Half-Life. Ну, ты понимаешь, блядь. Он просто ходит. Ну, то есть, ну... Кустер, я с ним на русском переписывался. Чё там, разговаривали вы с ним? Ну, это 100%, ну вот, вот, блядь, доказательство того, что, блядь, люди играют, нахуй, с читами, блядь. А мне говорят, что я параноик, блядь. А я параноик, блядь, что люди с читами играют. Невозможно утверждать, блядь, пока трансляцию не ебанут. Хо-хо-хо! Тачдаун, блядь! Это что такое, нахуй, пацаны? Блядь, почему я не успеваю стрелять? То есть, я же должен стрелять, типа, что за прикол? Видели, да? Как будто, блядь, я хуй знаю, что это такое. Ебать! Я не знаю. Ну, я вам говорю так, типа, если вам, ну, типа, смешно, не смешно. Ну, я не знаю, типа, насколько это читы, не читы, но я уверен, блядь, что если 1000 баксов, блядь, потратить, нахуй, что-нибудь такое. Можно, блядь, чит такой скачать, что, походу, возможно, даже на трансляции, может, не будет видно, что-нибудь такое, знаете. Типа, МВР или что-нибудь такое, помните, писали, блядь, сами же. Да-да-да, блядь. Хуй два. Ну да. Охуеть. Охуеть. Ну он нуб явно, он играть не умеет. Типа у него какая-то хуйня есть? Да. Я, честно говоря, вообще не могу нормально прыгать. Я не понимаю, что за хуйня. Может, я не заходил давно? Как будто тяжело, блядь, стало.
Почему у меня игра так медленно работает? Что за хуйня? Пацаны, вы, блядь, на сервер заходили? Почему, типа, я нормальный могу? Типа, хуйня какая-то. Серьезно, из-за этого? Я еще... Типа, блядь, я типа поверну направо, через 3 секунды нахуй делает. А, ну. За секунду, блядь, дожимает меня нахуй. Блядь, я не могу даже чеканить, прикинь. Чё за хуйня, какой у меня пинг? А почему у меня пинг 50, кстати, слышишь? А, у меня пинг... Стой, а у меня пинг скачет, подожди. То есть у меня сейчас пинг 32 в консоли. Смотри, сейчас у меня пинг 30, ну-ка я смотрю через NetGraph. А когда к нему подхожу, блядь. Так подожди нахуй, дай я к нему подойду. Сейчас 30 пинг у меня в консоли. Сейчас, я просто консоль... NetGraph открывается, когда этот... Сейчас у меня пинг 29, блядь. Нет, 31. Ебать, он зависал у меня, видели, блядь? Что за хуйня? Походу он что-то делает своим клиентом, потому что меня подтупливает, типа, блядь. Ебать, я не могу нормально доводиться. Хорошо, смотрите. Не будем прыгать, нахуй. Будем чисто стрелять. Это чел на щитах. Во-первых, я не могу нормально, блядь, стрейфить. Чё за хуйня, блядь? Вы понимаете, блядь, чё за хуйня, блядь? У меня как будто... Я не знаю, блядь, ну типа, неужели я отвечу, а что такое, блядь? Что за приколы, блядь, видите? Я как будто, я, блядь, я врезаюсь, блядь, в эти, в стены, нахуй. Нет. Что за хуйня, блядь? Бля, почему такая задержка? Задержка, пизда, хуйня какая-то. Вы бы видели, блядь. Видели, как у меня вылетает, блядь, эта хуйня и гранатомет, нахуй. Вообще пиздец. Охуеть, чё за... Блядь, чё? Да, хорошо, сейчас чесенцу повышу, блядь. Ой-ой-ой, так ничего. Уебать. Охуенно стреляет. Да он даже... Он наводится к этой, блядь. Видели, блядь? Он не видно? Видели, как он смотрит? Лево-право, блядь. Thank you.
Охуеть, блядь. Ага, он выстрелил, еще не успев выйти, блядь. Чего? Это что такое, блядь? Охуеть, блядь. Ну, пинг у меня, блядь, 29, я хуй знает. Ебать. Слушайте, пацаны, я не помню, честно. В Нолкоре есть ВХ, но оно настраивается, я хуй знает как, блядь. Типа там... Там миллиард настроек. Я думаю, блядь, если задрачивать, можно настроить, я уверен. Я не знаю, слушай, Сворд. Видели прикол? Я стреляю в бок, он умирает. У него еще антиаим, походу, какой-то, блядь. Регай по-другому идет на нем. А инфы не было, что я тут стою. Охуенно, блядь. Ебать! Чё он телепортируется нахуй, пацаны? Ха-ха-ха, видели? Салам алейкум, блядь. Лох. Слышу его. Охуеть! Чё за хуйня? Два дуфлета в ебальник ему. Охуеть! Охуеть. Короче, понятно, с чем чуваки некоторые могут играть, блядь. Я вообще в ахуе. Я, короче, трип. Если, блядь, это не лукор, походу, куча щитов, блядь, на Half-Life. Охуенно, блядь. Ну, блядь, забейте, нахуй. Я считаю, что каждый должен сыграть матчи, блядь, нахуй. И устроить чемпионат с трансляцией, блядь. Это хуйня какая-то. Game over. Бред какой-то, блядь. Бля, ты его чуть не выбил.